Привет! Это Антон Зет. Лонгборды впали в спячку вместе с медведями. А я заказал Дедушке Морозу крутую снежедосочку Найдекер. И еще новогодние ботиночки. И поэтому новый плейлист. Все о сноуборде! Ты думаешь, ты знаешь много про сноуборд? Я тоже так думал. Давай проверим. Эра сноуборда началась в 1960 году. Американец Шерман Поппин склеил две классические лыжи и подарил это своей дочке. Креплений на доске не было, и бедная девочка должна была держаться за веревку, привязанную к носу доски. Поппин назвал свою конструкцию «снёрф» от слова «снег» и «сёрф». Только через 12 лет, в 1972 году, компания WinterStick выпустила первые сноуборды, а в 1979 году прошел первый мировой чемпионат по снерфингу. В нем участвовал тот самый Джейк Бёртон, который добавил к доске крепление. Он был единственным участником, имеющим крепление на доске. И выиграл их. Тоже так хочу. Шли годы, в 1988 году состоялся первый чемпионат мира по сноубордингу, а в 1998 году сноуборд стал олимпийским видом спорта. Короче, сноуборду почти 60 лет, прикинь! Итак, как выглядит и из чего состоит современный сноуборд? Часть первая — доска. Это плоская конструкция, состоящая из скользящей поверхности и опоясывающей кромки. Стальная кромка называется кант. Часть вторая — крепление. Надеюсь, ты догадался, что они прикручиваются к верхней части доски и фиксируют твои ноги. Не знаю, для чего они нужны, скажу только, что это те самые новогодние тапочки, которые мне прислал Дедушка Мороз. Как и любые виды спорта, сноуборд имеет несколько дисциплин и стилей катания. Стиль первый — фрирайд. Это стиль катания по всему, чему только можно, начиная от горных вершин и до скучных зеленых трасс. Стиль второй — фристайл. Фристайл — это трюки в воздухе, прыжки с нереально огромных гэпов, трамплинов и хавпайпов, со всевозможными вращениями, разворотами и грэбами. Стиль третий — карвинг. Как по мне, так этот стиль напоминает даунхилл на лонгборде. Большая скорость, жесткие доски и резкие повороты. Все, что нужно для фанатов скорости. Стиль четвертый – джибинг. Оу, это мой самый любимый стиль. Он напоминает стритовый скейтбординг. Тут можно кататься по всему, даже без снега. Перила, ступеньки, крыши, машины, стены и так далее. Джибинг обычно катают в специальных сноуборд-парках или просто в городе. Это был Антон Зет. В следующем видео расскажу, какие бывают сноуборды. Подписывайся на канал, ставь снежные новогодние лайки. И Дедушка Мороз тоже подарит тебе доску. Йо-хо-хо. Gucci gang, Louis gang, Fendi gang, Dolce gang, Versace gang, Prada gang, lot of gang.